У нас здесь три персонажа. Значит, танк, потом какой-то амбал и девушка. Ну, давайте для начала мы возьмем, наверное, танка. Раз он с щитом, с мечом, будем пока играть за него. Ну, а потом посмотрим с вами других персонажей. Всем привет, дорогие мои друзья, и хорошего вам настроения. С вами Рэй, поиграем в игру сегодня, которая называется Wolverblade. Так что поехали. Игра из жанра beat'em up. Будем, короче, здесь кромсать. Играем за бретонцев. Когда на них напал Рим. В общем, вспоминаем фильм «Храброе сердце». But there is one tale that has never been fully told. One tale still shrouded in mystery. And it began with the knights. Romans. They claimed the land, but they could not tame its spirit. Queen Boudica had bloodied the nose of the great empire. And on her deathbed, laid curse upon me. In retaliation, the Ninth Legion marched north to confront the heathen horde once more. They had no idea what lay ahead of them. Caradoc, they called him. Strong in arm and stout of heart, he lived deep in the forests of Caledonia, away from the villages, the better to heed the call of the wild. Two sons he had, and a wife as beautiful as she was true. His father had watched over the highland tribes. Wolver, they called him, the man of the woods. A mantle Caradoc now grasped with both hands. When the northern tribes faced their direst need, Caradoc would be there to defend them, to unite them. For Caradoc bore a gift that even he was not aware of. And soon, the Ninth Legion would discover its true power. Wolverblade. Caradoc, brother, we need you. I am with you, brother. Die, you traitorous dogs. Who are these cowards? I do not know their mark. They are of the Dabiri tribe from the south. Kalgakas, my old friend. Good to see you still fighting. I do not know what provoked them, though it seems we are not the only village to be attacked. Many have already moved on to strike elsewhere. We must follow them. You help Kalgakas put these fires out. I'll hunt down the stragglers and meet you at the northern ridge. Our village is in your debt. I'll see if I can rally more swords. Ну, как-то так начинается у нас игра, так что давайте смотреть, что мы здесь вообще умеем. Базовый контроль, это нам не нужно. Мы и так все с вами разберемся. Так, у нас есть обычный удар. Какой-то пугало, конвертик лежит. Дайте-ка взять его. Так, кому-то надо помочь. А вы, ребята, не припухли ли, а? Вау. Кромсалово, а? Так, давай иди сюда. Так, куда вы меня тут зажимаете, а? Ёлки-палки, я прям как Кратос выгляжу. Так, отлично. Готовы? Готовы. Ага, мы питаемся с вами грибами, мушрумс, да? Опа, вот это был нежданчик. Ты не припухли, малый, а? Только голова с плеч слетела. Куда ты разогнался? Смотри, сидит там, а? Пригрелся. Давай иди сюда в бой. Слушайте, а я не могу понять, это что у нас такие за варвары здесь, а? Я думал, что здесь будут римляне, а получается, что... Варварьё какое-то? Смотрите, бомжи, грубо говоря, в таких вот в распашонках бегают с детскими какими-то луками. Вот так, на лжбан получил обух. Что тебе нужно, а? Это типа у них такой главный здесь, да? С притчей такой. Так, давай-ка вот так, отлично, лети отсюда. Что ты такой недовольный, я смотрю, лежишь же. Ну, злой какой. Видимо, мало получил от меня в свое время. А это я не могу, видимо, разбить, ребят, какие-то пенечки. Ладно, раз не могу разбить пеньки, буду разбивать вот эти вот рожи противные.
который тут бегает с луками. Вот так вот, отлично. Мы можем таранить, ребята, еще. Так, бежим, бежим. Откуда вы там вылезли, олухи? Заткни свою хайло. Опа-на. Это волки. Оу, причем за меня, ребята, эти волки. Интересно, я могу так вызывать их или нет? Кинжальчик лежит. Слушай, смотрите, какие-то драгоценности выпадают. А для чего? Пока не знаю. Может быть, здесь можно будет потом что-то улучшать? Так, ладно, я вижу, у нас есть полоска жизни. И также синяя полосочка внизу. Что она дает, я пока не знаю, ребята. Отлично, блин, только руки разлетаются в разные стороны. Слушайте, такой жанр игры наподобие, знаете, Castle Crusher. Может быть, одна и та же компания делала, фиг его знает. Так, мы еще можем с вами прикрываться щитом. Вот это мне нравится. На лжбан прописываем. Даже телочку прописали. Так, иди отсюда. Причем такой же народ, как мы. Может быть, ох ты. Вот это да, вот это я ему воткнул финочку. Значит, у нас здесь есть еще оружие, которое мы можем метать. Получается так. Ну-ка, вот, видите? Ох ты! Хорошо-то как. Вот это у меня секира. Иди отсюда. Мешаешься только. Слушайте, вы посмотрите, эти дамочки самые крепкие пока из всех воинов, которые я вижу. Так, вылезли опять откуда. Так, таранули. Оп-оп-оп, прописали. Отлично. Так, что ты тут метишься? В кого, а? Олух, ну, встал быстро. Встал, отжался бы. Куда прешь? А ты что? Ага, ребята, когда у него появляется такой значок, он собирается какое-то действие сделать. Ага, вот мы еще что можем делать. Опа! Прикольно. Мы можем в прыжке. Опа, и вот такой. Это у ребят на две кнопки. Когда нажимаешь, у него типа суперудара появляется. Мне нужно разобраться, что такое синяя полосочка означает. Дайте мне. Ага, не разбивается. Ну ладно, фиг с ним. Везде спрятаны всякие ножи. Это, ну, это метательный нож. Давай, 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 иди сюда. Так, опять у нас тут драгоценности. Колечки, монетки выпадают. Все это мы, ребят, будем поднимать с вами. Ну-ка, дай-ка я. Ай, хотел бросить. Не получилось. Опа! Бросанули, отлично. Да что такое-то? Что ты не можешь попасть-то ни по кому, а? Олух! Давай вот этого закромсаем. Замечательно. Вот. Блин, опять эта барышня. Похоже на ведьму, а? Какая злая. Так, ну, не забываем, ребята. Так, что это? Он оглушенный. Ну-ка. Ох ты! Нифига мы что можем. А я думал, есть ли здесь добивание? Оказывается, есть. Не успел олух сделать удар. Вот что вот щитом прикрывайся, а смысл? Ничего он не делает абсолютно. Готово, хламунка. Рила. Так, отлично. Тут еще каждый, ребята, враг подписан. У каждого есть свое имя. Так что, не абы что здесь. Блин, нет, такое впечатление, ребята, что они тоже британцы, но почему я против них воюю и ума не приложу? Хм, странно, да? Может быть, какие-то подкупленные, а? Опачки, неплохо. Девочка, я тебе скажу, ты мне сейчас сделала удар. Дайте мне драгоценности. Так, я, по-моему, вижу, там груша лежит, да? Да, лежала груша. Дайте-ка. Что-то мало, больно подкрепляет она как-то. Так, бочонки эти разбрасываем здесь. На-ка, получи. И еще получите. Просто бочками убил всех. Нормуль. Донахью, да, был, значит? Так, тихо, тихо. Со всех сторон прут. Уже собирался делать удар, а, гаденыш? Но не тут-то было. Мы, ребята, с вами
похлеще Кратоса будем, так что... О, лежит оглушен. Опа! Закололи просто, как свинюху. Да сколько их здесь, а? Они бесконечные, по-моему, ребят. Тут их... Задолбаешься всех перебивать-то. Причем у нас идет какой-то счетчик времени, я смотрю. 8 минут у меня осталось на все про все. До чего, пока ума не приложу. Может быть, они будут у меня 8 минут атаковать? Но это, знаете, долго слишком. Так. Массовое убийство. Нифига мы получили. Хит брейк. А, хит стрик. 29-1 с убийством. Так, запись. Чекпоинт. Какой-то привал у них здесь, а? Смотрите. Точно, ребята, какой-то привал, смотрите. Чувачок, смотрю, там ножик себе точит. Ну, я его сейчас накумарю, да, точится. Типа, по мою душу, да? А ну-ка, иди сюда. Ого, смотрите, ребята, кто там у нас стоит впереди. Так, подожди-ка, Ю. Ну-ка, дай-ка я... Да иди отсюда. Можно поменять? Так, X. Блин, этот камень мешает, ребят, надо взять, а теперь... Меняем. Нифига мы с вами с таким тесачком. Вау. Ё-моё. Просто мясо. Ух ты, у нас двойной прыжок есть, оказывается. Ха-ха, я это знал. Теперь уже будем знать. Сюда. Орёт. Поджарил зад чуваку. Ха-ха-ха. Чё ты крадёшься здесь, а? Слушай, надо их, наверное, всех... в огонь. Но в первую очередь мы будем с вами расправляться с лукарями. Потому что они... Это кто тут у нас пробежал? Сейчас показали, а? О, замедленная матрица. Два лучника, ага. Так, отдыхайте. Слушайте, это какие-то бандиты, разбойники. Ах ты, черт, тебя подери. Ну-ка, вот так, отлично, отдыхайте. Мушрумс. Грибы. Это вам не барбекю. Вот, ё-моё, вот так вот все происходит дело. Матрица, ё-моё. Ну, давайте дальше. Вот так, отлично. Так, ну что ты лезешь-то? Хотя, ребята, по большому счету тут и комментировать-то нечего. Тут и так все предельно ясно, что просто всех валим налево и направо. Так что, если вам эта игра зашла, то с вас лайк, пишите в комментариях. Ну, также можете написать, стоит ли вообще здесь что-то озвучить. Мне кажется, можно и по-тихому все здесь пройти. Главное, как говорится, сюжет. Так. Грибочек взяли. Куда нам надо? Сюда, что ли, заходить? Не пойму. Выпал топорик. Точнее, не топорик, а это молоток. Ладно, давайте вот здесь разобьем. Опа-на, драгоценности. Какие-то монетки, камушки. Заходим, короче. Загрузка, загрузка. Сохранение было. Ага, здесь у нас какое-то дерево мешает. Спускаемся. И что здесь? Продолжение бойни? Ну да, так и есть. Так, получи налжбан. Что ты прыгаешь здесь, а? Лысая башка, блин. Ага, ну все-таки, ребята, щит помогает. Мы можем с вами отражать удары. Если, конечно, будем успевать. Ты че, ты не припухла ли, а? Девочка. Фига вам, я думал, что я ее подбил, но не тут-то было. Умри! Так, грушу, я смотрю, кто-то выкинул. Она бы мне сейчас кстати была бы. Ну, конечно, восполняет здоровье она очень-очень мало. Так, ну давайте сюда. Опа. Да, я совсем забыл, что у нас есть двойной прыжок, ребята. Можно подпрыгнуть, а потом знаете, как делать? По два раза прыгаешь и мечом добиваешь. Так, бочка, наверняка с едой. Да, тут у нас еда. Вот так, лети отсюда, пташка. Пташка, блин. Я не знаю, мне сейчас сожрать мясо или немножко попозже. Я просто боюсь, что оно исчезнет.
Тут, по идее, все исчезает, если лежит у нас на земле. No, Roman, no traitor will stop me. Чего ты там орешь? Он что-то про Рим кричал. Я даже не помню, что именно. You stay too far north, Southerner. This is no place for you. The Tiburis claim this land in the name of Rome. Kneel or die! Чемпион Дабуни. So that's why you're here. Это, видимо, ребята, первый босс у нас здесь. Ладно, давайте попробуем его на ощупь. Разберитесь с ними, ребята. Ну, давай, разберитесь со мной. Опачки. Что ты там машешь мне? Ого, как он фигарит. Застряла дубинка-то, да, братиша? Дубини чемпиона. Тебя меня не победить. Ой, выбил он мой мечик, ребята. Это плохо. Так, что он орет там? А, он когда орет, ребята, он призывает подмогу себе. Все, разобрались мы с этим делом. Дай колечко, блин, колечко там лежит, ребят. Я хочу вон то красное колечко. Отлично, забрали. Ну что ты там, дубини? Сейчас будем тебя кромсать. Ну смотри, а. Опа, мимо. Так, ага, не тут-то было. Хочет меня пробить. У меня есть щит. Ой, ребята, а вот здесь щит не помогает. Супер удар, видимо, у него. Хорошо. Ну, что ты на это скажешь? Не нравится, я смотрю, да? Опять орет. Сейчас опять придет помощь. Черт бы тебя побрал. Он меня назвал дураком. Ох ты, это что такое, ребят? Ну ничего себе. Я берсерком стал, представляете? Вот что значит, ребят, нажимать на все кнопки подряд. Вот теперь я разобрался, что это была за синяя полоска. Это мой личный суперудар был. Берсерк. Слушайте, я не пойму, а сколько жизни у дубини? Вот сейчас желтая, да, а потом еще и красную нужно будет убирать. Так, отлично, промахнулся. Застряла у него дубинка. Молоток его. Тихо. Ага. Значит, против обычных ударов мы можем блок ставить. А вот когда... А, это он орет. Вот против... Нет, подожди, что-то я не могу понять. А, вот этот вот. Да, ребята. Когда его молот там сверкает, это означает супер мощный удар будет. Все, ребятушки, видимо. Уровень первый пройден. Ну что ж, довольно прикольный был босс. Дубини чемпион. Ну а мы с вами едем дальше. Ранг 3 у нас. Арианвин's vision had proven true. The fallen Dabuni champions spoke of Roman occupation. But they had seen no sign yet of foreign invaders. This hunt was just beginning. Ну что же, переходим с вами на второй уровень. Вдоль реки. Ясно, что-то возле речки у нас будет происходить. Так, опять у нас идет какое-то время. Я не понимаю, для чего оно нужно. Может быть, нужно уложиться в это время? Тогда да. И опять те же самые партизаны. Так, ну в данный момент мы с вами где-то в каком-то лесу. Такое ощущение, что здесь был когда-то пожар. Или дремучий лес. На, выкуси, что там, подглядываешь. Так, тройное убийство. Так, ну что ты тут шоркаешься? Не, ребят, если честно, я такие игры люблю, где можно просто повеселиться вдоволь. Оу, головешку там срубили чуваку. Все прут и прут бесконечно. Вот так. Зарубил возле стенки. И тебя также. Хламонище. Даже женщины воюют. Да, была, наверное, жестокая война в то время. Так, мостик у нас здесь. Слушайте, что это? Деревня, что ли, какая-то? Смотрите. Что ты там вышел из дома? Причем я больше чем уверен, что это дом нашего народа, а не этих олухов.
Че ты тут тусуешься, а? Просто чувак не успевает долететь до земли, я ему еще 10 ударов успеваю сделать. Могу зайти, интересно, я в этот домик, а? Мне кажется, я туда и должен зайти. Так, просто руки летят в разные стороны. Обожаю, обожаю этого маленького британца. Похож на викинга. Так. Замечательно. Так, могу зайти? Яблочко съели, что-то я не могу понять. О, зашел. Кто это там у нас орет? Ну-ка, дайте-ка. Нашли опять какой-то секрет. Ух ты. По-моему, такой же у меня, да, меч, или нет? Какой-то чувачок валяется, да? Трибисмен. Такой покоцанный, по-моему, там что, у него ноги нет, что ли? И нож в брюхе. Лежит. Все. Спасибо тебе, брат. А, это один из наших ребят был. Так, а это что за бумажки? Все, будем подбирать. Ну что, видимо, здесь больше нам делать нечего. Давайте выходить. Так, и теперь вот по этой тропиночке бежим с вами дальше. Что это? Опа-на! Сидят тут, спорят. А я им, видимо, все планы спутал. Пришел. На заднем фоне ребята там олени прыгают. Хе, прикольно. Ну иди сюда, лысая башка. С двумя ножами. Какая прическа. Эракес, ё-моё. О, лучнички, давненько я вас не видел. В бомжовских пижамах. Что ты там орёшь, блин? На вот, вкуси моего меча, олух. Замечательно. Оп-оп-оп-оп, лети, пташка. Так, дайте-ка вот тараном. Вот, смотрите, топорик какой-то. Может быть, его взять можно? Просто щитом по зубалу. Замечательно сейчас было. Так, давай далее. Ну, встаем, встаем. Черт подери, куда ты бьешь-то, а? Как интересно моего викинга звать, а? Викинг. Почему бы и нет? Викинг, да? Так, давай. Отлично. Кромсалово тут устроим. Дэн, лети. Опа, это кто там еще пополз? И здесь ползет. Кто это, интересно, такие? Откуда они вообще взялись? Что, нельзя, что ли, разбить? Так, что такое? Какая-то запись была у нас. Хорошо, фиг с ним. Тихо, тихо, тихо. Не надо стрелять. Не надо атаковать из-под тишка. Давайте все по-честному. Лицом к лицу. Вот сейчас вот. Дубинка такая, на. Просто наотмашь. Так, что там шелестит? Я не пойму, кто-то сверху бросает в меня ножи. Вы это заметили? Так, ага. Вот, вначале веточки, короче, падают, а потом уже нож следом. Получи головой. Опа. Слушайте, кто-то там стреляет ножами по мне. Это однозначно, ребят. Ну, я надеюсь, мы этого чувачка сейчас поймаем. Или как-то сбросим его туда. Так, здесь, ага. Дубинка, дубинка. Давайте возьмем, наверное, сейчас ее, да? И будем колбасить. На! Вот так, еще разок. Блин. Все-таки девушки здесь очень-очень крепкие. Обычные вояки уже давным-давно бы с двух ударов лежали. А это я аж 4 раза надо было ударить. Я отсюда. Нервируешь меня. Просто руки в разные стороны отлетают. Так, не подкрадывайся.
крадется он. Так, бочонки разбиваем это все. О, опять драгоценности. Забираем это все. Так, отлично. Что такое? Ох ты, это кто? Лидер ассасинов? Ты бы, братишка, костюмчик-то получше бы нашел, ё-моё, в тряпках, в лохмотьях. Твои приспешники и то как-то солиднее выглядят. С ножами все как полагается, а этот... Придумал же себе оружие, а? Под ассасина Крида закосил. Олух! Да тебе ж конец, я ж тебя уже почти разобрал. Ах, ты смотри, что он умеет делать. А я вот так вот. Все, ёпрасоте. Разговор у нас был с ним очень-очень короткий. Так, продолжаем наш путь. Чекпоинт, вот тут хорошо. Нечего, как говорится, подходить на расстоянии удара. Ну все, ё-моё, теперь у нас добавились вот эти вот убийцы. Сейчас первый нож полетит в первого попавшегося. В лысую башку, как всегда. Он... О, смотрите, какой-то новый вид чувачков появился. С топориками, с щитами. В общем, все дела. Так, замечательно. И отсюда. Бородачи эти всякие тут, лысые головые. Лезут на меня вот так вот, прям на лжбану, как раз по лысой башке. Ну что, в кого метнуть? Метнем в кого-нибудь топорик сейчас. Почему я называю топорик, если это молоток, блин? Что-то я не могу... Вау-вау-вау, смотрите, на заднем плане. Мои эти пробежали. Брат и сестра. На! Или это брат и сестра у них вначале показывали, или же это просто друзья. Смотри, 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 окружает, окружает гаден... О, воу-воу-воу. Вот, ребята, берсерк. Надо просто зажимать нужные кнопочки в нужный момент. Слушайте, довольно неплохо он бьет, когда в берсерке. Но очень быстро кончается энергия, поэтому... Кстати, он еще за этот период времени, я смотрю, подкапливает себе жизни. Что это очень хорошо. А, опять бичара. Так, 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 подожди, куда крадешься, гад, а? Хотел из-под тишка мне что-то сделать. Не тут-то было. Так. Яблочко мне как раз нужно. Можно руками тут бросаться, головами, в общем. Все, что под руку попадется, то можно бросить. Ой-ой-ой-ой, слишком долго тянул, ребята, я с этим олухом пока думал. О, что-то мне показалось, что он вроде бы как... Что? Что ты там пухнуло, я не понял. Из ее рта такая вонь пошла, что он аж здесь почувствовал. Так, ладно, ребят, не будем отвлекаться. Будем дальше их кромсать. Ну, вставай, иди сюда. Найстаж. Какой там найстаж? Вот, значит, что найстаж. Вот так будем валить. Отстаньте вы все, а. Прыгуны, блин. Тут еще и этот лучник затесался. Ага. Нам бы, по идее, ребята, этого... Ого, бригадушка тут пришла. Вот так вот. Иди сюда, охламон. Стоит он там, стреляет из-под тишка. Твоя жизнь будет моя. Это вот этот вот уродец сейчас только что крикнул. Ну и поплатился своей, соответственно, жизнью. Я офигею, да, у них там раньше были нравы. Ребята, я же этот, британец, мне пофиг. Пофиг мне на вас всех вообще. Мы беспринципный народ, поэтому... Вот так вот. Иди отсюда. Прям по зубалу мечом получил у меня. Так, отличненько. Блин, очень мало здоровья. О, вот так вот сделаем, ребята.
Давайте их докромсаем сейчас. ХП, ХП, расти, расти, расти. А как мне... А, нет, все нормально. Блин, зря я истратил, ребята. Вон тут уже и жрачка, в принципе, была. Тоже знал. Вставай. Давненько мы, по-моему, с вами не добивали никого, да? Ач! Вообще четко. Мясо. Хорош орать, олухи. Слушайте, ребята, очень мало времени. 3:30 у нас осталось. Черт бы тебя побрал, он еще и мне меч выбил. Все? Больше ничего нету здесь. Так, пещера какая-то у нас. Ладно, давайте смотреть, что в ней. Так, это что у нас еще за охламон? King Arthur demands your head on a stake. King Arthur, where is this puppet of Rome? Да-да-да, типа закрой свой рот, сейчас ты получишь по полной программе. А, это ребята босс, нифига, он с кастетами. Какой-то монгол. Ёлки-палки, а у него еще кто там? Еще чувак. Два брата-акробата, что ли? И оба чемпионы. Ого. Это как-то мне нет, не нравится, ребят. Да ладно, он, они еще и помощь тут призывают. Да пшел отсюда. Черт, как щенка бросают. Блин, я не могу понять, как их тут надо валить-то. Какая-нибудь тактика есть? Ага. Тактика получать прямой в рожу. Вот такая у нас. О, ножик. Ножик, рука. Может, кинуть? А, кинешь тут, блин. О, ребята, со здоровьем-то совсем кисло. И берсерка не могу включить, потому что элементарно нет энергии, блин. Придется нам как-то с вами оттягивать это дело. Хитрить, юлить. Она сейчас накопится, по идее. Ну, если я успею, конечно, сейчас ее заюзать. Отлично. Одного почти, ребята, закромсали. Почти. Так, понеслась, короче. Давай, 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 давай. Вот этого вот. Ну-ну-ну-ну-ну-ну-ну-ну-ну. Не заканчивайся, не заканчивайся. Все, закончилось, блин. Че? Да, действительно, ребята, они там братья. Они даже там друг другу говорят: давай, типа, прикончи его, брат. А я тут такой, опа, бегаю, типа. Типа мне все нипочем, блин. Точно сейчас заколбасят они меня. Очень мало здоровья осталось. Блин, а если мы погибнем, наверное, с вами начнем с самого начала, да? Так, одного убили. Ух ты, отлично. Первый босс упал. Точнее, не первый босс, а один из братьев. Босс-то здесь у нас один. Так, тихо, тихо, тихо. Главное не подставляться вот под эти удары, ребят. Когда он... восклицательный знак над головой появляется, лучше нафиг отходить. Так, так, и третий удар, вот он. Все, после этого... Блин, я думал, что после этого можно бить его спокойно. Да, оказывается, нифига. Все, сейчас добьет меня гаденыш, блин. Ну, есть! Неужели, блин, у нас хватило мощей пробить этого гаденыша? Второй уровень пройден. Шикандос, что я могу сказать вам, ребята. Какой вы нам дадите ранг? Ага, 3. Замечательно, то есть это мы прошли на отлично, я так понимаю. Так, и что у нас? У нас начинается, ребята, следующая глава, я так понимаю, да? Но ее мы уже с вами посмотрим в следующей серии. Ну, а на этом я буду завершать этот выпуск. Всем большое спасибо за просмотр. Ставьте лайк, если вам понравилось, и мы обязательно продолжим проходить эту игру. Ну, а на этом все. Всем пока. И до новых скорых видосиков, ребята. Всем удачи.